Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 679. Установите соответствие между точками, заданными своими координатами и координатными четвертями, в которых они расположены. Точка М находится по первой четверти. Она имеет координату минус 6 и 5. Находится она во второй четверти, значит, точке А соответствует вторая четверть. Точка Б находится, задание Б, точка Н находится 4 минус 7, четвертой четверти. Задание В, точка П находится минус 3 и минус 3. Это третья четверть. Задание В – третья четверть. И задание Г. Точка Q имеет координату 5, 8. 5, 8. Находится в первой четверти. Итак, ответ. Задание А – это вторая четверть. Задание Б – это четвертая четверть. Задание В – третья четверть. И задание Г – первая четверть. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.